Акира, иди сюда. Что такое? Мне надо тебе кое-что сообщить. Что такое, Саша? Ты меня пугаешь. Что случилось? Мне надо было дочку садика забрать. Акира, послушай. Дочку заберет твоя мама. Что случилось? Ты можешь мне объяснить? Акира, понимаешь, что очень-очень ужасное случилось кое-что. Что случилось? Ты меня пугаешь, Саша. Акира, ты прости, конечно, но... Да ты можешь объяснить, ты меня пугаешь зря. Да что случилось, боже? И вообще, Алан с работы что-то не пришел. Ты случайно не знаешь, где он? Он все-таки брат твой, Саш. Акира, держись, пожалуйста. Акира, держись, пожалуйста. Я с тобой. Я тебе помогу, чем смогу с дочкой. Акира, держись. Ну что такое? Ну ты меня... Ну в самом деле ты пугаешь меня. Акира, прости, пожалуйста. Я не хочу тебя расстраивать. Извини, пожалуйста. Ну что? Ну... Саша, ты можешь не томить? Ты меня этим пугаешь? Ты очень сильно меня пугаешь этим. Дочку забрала моя мама. Почему ты не дала мне ее забрать? Потому что тебе это сейчас не надо. Ну почему не надо? Господи. Акира. Я не знаю, я не хочу это тебе говорить. Почему я должна это тебе говорить? Ну а кто? Я не знаю. Ну что случилось? Ты можешь мне объяснить, пожалуйста, Саша? Акира, прости. О боже, я что-то волнуюсь. Акира, прости, пожалуйста. Акира, пожалуйста, прости. Саша, подожди, ты меня пугаешь. Саша, скажи, что все нормально. Пожалуйста, скажи, что все нормально. Саша, скажи, что все нормально. Пожалуйста, ты меня пугаешь. Почему ты не дала мне забрать дочку? Саша, что случилось? Саша, скажи. Саша, боже, ты знаешь, мне нельзя нервничать. Ты знаешь, мне нельзя нервничать. Акира, держись. Пожалуйста, держись, зайка. Пожалуйста, я сама отхожу от горя. Какое горе, Саша, какое горе. Саша, ты мне объяснить можешь? О боже. Акира, пожалуйста. Ну, пожалуйста, ну не переживай это так сильно. Пожалуйста, Акира. Объясняй. Акира, стой. Подожди, я выпью успокоительное. О, боже, блядь, я не думала, что так будет сложно. Алан, братик, ну что же ты так? Ну что же ты так? Почему ты же мой молодой такой, братик? Братик, почему ты умер? Почему ты так рано нас покинул, Алан? Боже мой, Алан, почему ты так покинул нас рано? Саша, что? Все, говори. Ты уверена, что ты готова? Я готова. Говори, пожалуйста, что случилось? Саша, не томи меня. Саша, говори, пожалуйста. Сядь, пожалуйста. Нет, я буду стоять, говори. Говори мне. Говори, что? Акира, пожалуйста, держись. Ну говори, я уже устала ждать. Ну что, ты можешь сказать? Акира, Алан умер. Алан умер, его больше нет. Что? Что? Что ты говоришь? Ты шутишь? Саша, это не смешно. Это не смешные шутки, Саша. Это... Саша, зачем ты так шутишь со мной? Саша, это не смешно, если это шутка. Это не смешная шутка. Это не шутка, это правда. Прости, пожалуйста, он умер. Он умер во сне, Акира. Он умер, его больше нет. Что? Что? Саша! Что? Что за... Это неправда! Саша! Это неправда! Что? Акира, успокойся, пожалуйста! Это неправда! Ты говоришь неправду!
Акира, успокойся, пожалуйста. Успокойся. Нет, нет, это неправда. Нет, это все ложь, это ложь, это не... Это неправда. Это неправда. Все, Акира, ну подожди, ну пожалуйста, ну стой. Это неправда, это все неправда. Это неправда. Ты все лжешь, ты лжешь, все лжешь. Это ложь. Это ложь. Это ложь, это ложь, это все глупая ложь, это неправда, это неправда, это неправда. Это неправда. Акира, блин, Акира, пожалуйста, пожалуйста, я прошу тебя, будь сильна, не вздумай прыгать с крыши, не вздумай резать вены, пожалуйста, Акира, нет, оставь меня. Нет, 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 это неправда, это неправда. Он жив. Это неправда, вы лжете. Вы все лжете. Это неправда. Он живой. Вы лжете мне. Вы не лжете. Вы не лжете. Акира, прости, пожалуйста. Держись, Акира, держись. Он умер. Это правда. Это не ложь. Это ложь. Саша, я не верю. Неужели это все правда? Что ты сказал? Акира, пожалуйста, держись. Я прошу тебя, держись. Это... Я прошу тебя. Не впадай в депрессию. У тебя дочка. У тебя дочка. Он смотрит за тобой, за Фами. Не переживай, пожалуйста. Это мой брат. Мне тоже как никогда тяжело. Пожалуйста, я прошу тебя, не впадай в депрессию. Пожалуйста, это все ужасно, но не впадай в депрессию. У тебя дочка. У тебя дочка. Акира, у тебя дочка. У меня он был единственный брат. У меня больше нет братьев. У тебя дочка есть. Это ужасно, успокоение, дочка. Только дочка. В памяти осталась. Только дочка. Иди отсюда. Иди, уходи, уходи. Это все неправда. Это ложь. Это все ложь. Это неправда. Это неправда. Это неправда. Это неправда. Теперь я понимаю, почему ты дочку мне сказала не забирать.